0.45, так? И если мы станем на уровне самой высшей точки, верхняя точка, то мы отсюда с верхней точки мы уже видим море, да? Вот оно море, сторона Святи Стефана. Но если здесь что-то построят, Владимир, то здесь, конечно, ничего не будет видно. Правильно? Но здесь же здание станет еще одно. Ты ошибаешься. Почему? А потому что здесь внизу у тебя никто тебе не разрешит строить 7 этажей. Не, вот здесь станет что-то? Станет. Здесь станет вот этот комплекс. Да, ну и он сразу оградит вид на море какой-то части. А нафиг он нам нужен? Когда у нас участок-то пошел туда, вниз. Не, то есть у нас свой вид на море. Совсем другой. За совсем маленький. Угу. Человек умер в Белгороде. Какой участок? Вот, когда мы строили эту дорогу, вот этот, да? Срушили Викинницу, да? Ага. Тут 400 метров каких-то с чем-то. Угу. Мы хотели ему там, ну, договоренность была с ним, квартиру ему дадим. Ага, обязательно. Я не знаю, кто из родственников там остался и так далее. А ну, значит... смотри, видишь, лента пошла? Ленту вижу, да. Дальше вон она пошла. Дальше вон, вот это кусочек еще, да, 45-го участка, да? Вот, я понял. Где вырублено, повырублено. Да, 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 вижу. И туда. Отсюда открывается вот такой вид. Это Splendid, Завала. Теперь мы можем подняться туда, открыть. А теперь вот отсюда. Вот это вот пещера. И там как раз ваш участок там дальше. Там будет строиться или не будет. Но если здесь подняться. Идем ниже. Не, идем все равно. На 4 этажа, да? Угу. То может превосходно видно. Видишь, столб стоит. Это кабель наш, протянуто трехфазы. Угу. А трансформатор ваш где? Трансформатор наш. Мы его не строили. Вы не строили, вы взяли просто, да. Ты вам дали. Он предусмотрен вот здесь на дороге. С этой стороны что-то предусматривалось строить? Вот, да, да, вот же лента. Видишь, здесь? Не, ленту, но строить предусматривалось, да, здесь. Да. Да, в проекте это, да, все. Да, это вторая фаза. Это вторая фаза, которая в проекте, да, есть, она, да, так? Угу. Это по старому проекту вторая фаза. А по новому проекту как? А по новому здесь пока ничего не планируется. Угу. Новый проект только... А новый проект же был на третью фазу, правильно? На нижнюю. Только реконструкция этих фундаментов, использование фундаментов новых проектов под одно здание. Вот оно подходит. Угу. За те деревья, да? Да. Или по деревьям, кстати. Здесь надо смотреть, как... Вот опять закрытый. Так, и... перекрыли дорогу, не хотят, чтобы она здесь проходила. Где? На, лифт поставили тут. Деревянные вот эти, да? Да, деревянные. А эти, это была дорога? Это уже местные лосы. Угу. Это было лифт прорублено. Видишь, там стоят столбы? Да, вижу. Все. А это пошел, тут надо делать пошел подпорную сюда стену. Вот это паркинг. Владимир, с этой стороны надо делать подпорную стену. Или там строить. Все по старому, где у нас... По старому проекту есть рабочий проект подпорных стен. Его я понял. Не надо. То есть все там сделано. Граница между первой и второй фазой где? Вот здесь где-то? Где я стою? На этом повороте? Вот по этой дороге. Вот видите, вот этот выступ подпорной стены. Это паркинг. Я понял. Я пошел туда. И там вырублено сейчас. Видишь, только прорубали весну. Никогда весной. Лето. В конце лета. И видишь, опять как понарастало. Угу. Ну, залезь, он не сидит. Так, вот оно что. На третьей фазе построено. А что здесь ниже, вот это все? Это уже не ваше, да? Вот то.
Где? Вот то. Ну вот тот те фундамент. Только эти ваши. Какие? Вот, подпорные фундаменты. Вот, а то, вот эти фундаменты дальше. 20 метров. Что? Где? Внизу там? Да. Не понял. Владимир, вот это здесь я стою. Вот то там, где на конце, то ваши? Я, конечно, вон столбы, видишь, где тумки стоят, где была ограда. Да. И все. И там за ними стоит подпорная стена большая.